Казанский федеральный в очередной раз с размахом отметил Всемирный день здоровья. Это уже 12-й раз мы проводим такой праздник. Вот. Ну, программа разнообразная. Здесь и спортивные игры будут, финал проведен спартакиады университета по баскетболу. Кстати, во многих странах мира в День здоровья отменяются занятия в вузах, чтобы студенты целиком и полностью могли посвятить себя спорту. В России же пока такого правила нет. Однако, несмотря на это, молодым спортсменам ничто не помешало собраться в стенах КСК КФУ «Уникс». Далее представители сильного пола уделили особое внимание игровым видам спорта. Я занимаюсь здесь баскетболом. Мне очень нравятся наши тренера. Это Евгений Валерьевич, мой тренер, который помогает развиваться, показывает новые упражнения. Не отставали и девушки. Для них работали секции по физкультурно-оздоровительным занятиям. Как говорится, для тела и души. Например, те, кто давно хотел, но не решался, смогли позаниматься пилатесом. Молодым людям на заметку. Пропускать День здоровья действительно не стоит. Здесь вас ждет кое-что интересное. Да что уж там, очаровательное. Стоит отметить, что спортивные мероприятия проходили не только в КСК КФУ «Уникс», но и в спортивных комплексах «Москва» и «Бустан». Например, в бассейне «Бустана» состоялось целое первенство по плаванию среди студентов и аспирантов. Воду я люблю, потому что это как будто бы моя стихия, и ЗОЖ – это как бы движение всей вашей жизни. Нужно быть здоровым, занимайтесь спортом. Ну что ж, с этим трудно спорить, и можно с уверенностью сказать, что День здоровья в стенах Казанского университета состоялся. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.